Русская пегая гончая без охоты чахнет. Владимир Семенов – счастливый хозяин сразу двух красавцев этой породы. Он прекрасно понимает, что без своевременной прививки от бешенства охотиться с псами не стоит. Слишком велик сегодня риск столкнуться в лесу с инфицированным зверем. У нас центральный районный ветеринарий, там очередь. Поэтому вы сюда приехали, ваши тут люди приехали туда и объявили, что бесплатно здесь едет. И без очереди, поэтому мы все здесь. Понравилась вам эта услуга? Да, очень приятно, да. Бешенство – страшная инфекция. Если появились симптомы болезни, помочь уже невозможно. Выход один – своевременная прививка. Эколекторий – акция многоплановая. Это не только бесплатная вакцинация, но и консультации ветеринаров, лекции и обсуждение вопроса о безнадзорных животных. Для того, чтобы держать их численность под контролем, в 2014 году принята областная программа ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Но полностью справиться с проблемой она не в силах. К безнадзорным животным примыкают стаи и обычные животные – потеряшки, тех, которых, к сожалению, люди выбрасывают. Щенки и котята, которые остаются после дачного сезона многочисленные. Это подпитывает всю вот эту вот среду. Теоретическая часть экспериментального лектория проходила в специально установленном шатре во дворе дома номер 2 по улице Свободы. У участников была отличная возможность получить важную информацию из первых рук. Мы сегодня проводим первый раз такой эко-лекторий на свежем воздухе во дворах. И считаю, что это правильно. Я вижу счастливые лица наших людей, жителей, гостей нашего Одинцовского городского округа. И поэтому мы должны с вами сегодня отработать максимально. Медицина лечит человека, а ветеринария – все человечество. Если хозяин по-настоящему любит свое домашнее животное, он не только кормит и ласкает его. Любовь к братьям нашим меньшим подразумевает в первую очередь заботу и защиту. Животное, которое с биркой, оно уже привито и стерилизовано. То животное, которое не привито, значит, у нас тоже созданы определенные такие мобильные летучие бригады, которые непосредственно работают по безнадзорным. Потому что на сегодняшний день эта тема очень острая, очень много жалоб от жителей поступает. Поэтому мы сейчас в усиленном режиме работаем, чтобы снять эту напряженность и снять эту проблему. На территории Одинцовского городского округа случаи бешенства регистрируются ежегодно. В этом году их уже 3. Вроде не очень много, но лучше не рисковать. Бесплатная плановая вакцинация постоянно проводится государственными ветеринарными клиниками в стационарах Звенигорода, Одинцова, Голицына, Кубинки и Краснознаменска. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».